За минулий тиждень з 19 до 25 вересня патрульні зупинили та притягнули до відповідальності 16 водіїв, які були на підпитку або під дію наркотиків. Тетяна у нас все ніяк не розбереться, що поліцейські не привлікають до відповідальності по 130 Ну ніяк вона не може розібратися. За минулий тиждень з 3 до 9 жовтня патрульні опрацювали майже 550 викликів. Зупинили та притягнули до відповідальності 19 водіїв. Які були на підпитку або під дію наркотиків? За что она зарплату получает? Ладно, давайте мы еще немножечко почитаем постановление, которое выносят суды, Винницы, Винницкая область. Вот у нас есть такое постановление. Сидел человек в автомобиле, к нему подъехали полицейские. Сказали, что у него там какой-то мотоцикл на, на нем зарегистрированный. Чтобы он документы предъявил. Ну, с бухты-барахты прицепились, он отказался. Ну и дальше классика жанра мордой в пол, наручники, физическая сила, доставление в рай отдел. И потом отправка значит, к врачу-наркологу на осмотр. Причем на месте они почему-то не захотели проводить, а сразу отправили к врачу-наркологу, что даже с, ну, вот даже с этой точки зрения это уже нарушение процедуры, которая повлечет за собой закрытие дела при любых обстоятельствах. Что интересно, суд исследовал материалы дела, видео, где бы человек управлял транспортным средством, нет. Мало того, нет даже э, результатов про, прохождения его осмотра на приборе Драгер. Ну, то есть чушь полная. Дело закрыто. Вот еще одно дело. Не менее интересно. Тоже, значит, человеку составили, якобы за отказ. Ну вот что интересно здесь, здесь решил судья все-таки вызвать свидетелей, чтобы свидетели пояснили, что же там было на самом деле, потому что какие-то возникли несостыковки. И вот свидетель пришел в суд и рассказал, что он ехал значит, велосипедом. И его остановили сотрудники патрульной полиции и предложили ему подписать протокол об административном правонарушении в отношении вот данного человека, который, по словам полицейских, управлял транспортным средством. Но никаких обстоятельств свидетель не видел, но ну, да бог с ним, не видел, да и не видел он не должен это видеть, он должен только лишь зафиксировать э, сам отказ, да, но при этом э, ему не он ну, как бы не находился в процедуре, в его присутствии человеку не предлагали пройти осмотр, а просто предлагали ему подписаться в протоколе за то, что человек уже якобы отказался, то есть фактически э, совершали преступления, да, фальсифицировали материалы и при этом еще и вовлекали в преступную деятельность вот этого значит велосипедиста диск с видеофиксацией к материалам дела не предложен соответственно дело опять таки закрыто вот еще одно дело интересное ехал человек на блокпосту его остановили поскольку было уже поздно вызвали сотрудников полиции приехали сотрудники полиции и у них, как обычно, возникло подозрение, что человек пребывает в состоянии алкогольного опьянения. Хотя он, это, хотя он против этого возражал, хотел пройти осмотр на месте, но сотрудники полиции ему пояснили, что они очень спешат, составили протокол, закинули авто на эвакуатор и уехали. Опять-таки, видеозаписи нет, свидетелей в суд не явились, то есть никаких объективных обстоятельств не зафиксировано, только лишь левый вот этот вот протокол. И все. Дело закрыто. Вот такие вот привлекатели к ответственности по 130-й. Татьяна, наконец-то изучите терминологию, да, чтобы не выглядеть глупо. И самое, самое, самое важное, это изучите еще то, что происходит после составления этих самых протоколов. А происходит вот это вот. Вот, я вам показываю. Я же говорю, таких вот постановлений суда, судов да, можно найти просто очень много. Сотни, тысячи, десятки тысяч подобных решений судов, где видно фальсификация, вовлечение людей в преступную деятельность. Да? Но мы же понимаем, да, что полицейский не просто так говорит, подпиши, да, он с нажимом определенным человеку предложил подписать протокол. Ну, как бы, знаете, предложение, от которого нельзя отказаться. Но при этом люди, люди, которые вот ставят подобные подписи, вы все-таки думаете, что вы делаете, потому что потом может быть тоже очень больно за то, что вы подписались под тем, чего не было. И на закуску, на закуску просто я вот э, несколько дел нашел и нашел еще одно интересное дело. Вот смотрите, вот такое вот постановление. Я просто думал, что это невозможно будет. Это такой вот небольшой тоже камень в огород в судебной системе. После принятия этого самого законопроекта 2695, про который мы с вами очень много раз говорили был увеличен срок на привлечение к ответственности по статье 130. Раньше он был 3 месяца, сейчас он, ну вот с момента принятия 2695, уже составляет 1 год. И предполагалось, что невозможно будет уйти от ответственности по истечению сроков. Но, как вы видите, возможно. Очень интересное решение, потому что человека, вот судя из постановления, вызывали в суд 11 раз. 11 раз его вызывали, он не явился ни разу. И суд развел руками, и сказал, ну, не пришла, так не пришла, да. Не пришел человек, поэтому вот сроки вышли, извините, вынужден закрыть дело по срокам. Усматривается, конечно, определенная коррупционная составляющая. Утверждать, конечно, я не буду, но казалось, что это невозможно. Но это, как видите, возможно. А Татьяне еще раз хочу посоветовать все-таки сесть за парту, немножко изучить законодательство да, и терминологию. Ну а вам всем рекомендую тоже изучать законодательство, соответствующие инструкции, чтобы не попадать вот в подобные ситуации. Если вдруг вы встречаетесь с полицейским, то фиксируйте на видео общение с самого начала. Возможно, именно данное видео спасет ваши деньги и ваши водительские удостоверения от того, чтобы у вас их изъяли, и потом мы лишили вас права управлять транспортным средством. Пока.